Физика, математика, технология – любимые школьные предметы Ивана Ухабова-Богославского. Точные науки юноша рассматривает скорее как инструмент, который помогает реализовывать практические задачи. Ивану нравится электроника. Этим направлением он увлекся около 4 лет назад. Свою жизнь он планирует связать с производством отечественной электронной компонентной базы. Больше всего мне нравились технические предметы. На мое становление оказывало влияние как школа, так и учреждение дополнительного образования. Дворец детского творчества и станция юных техников, а также технопарк «Конториум». В зале администрации собрались лучшие из лучших – выпускники саровских школ. Для них закончилась школьная жизнь. Остались позади уроки, домашние задания и контрольные. 11 лет юноши и девушки день за днем осваивали разные науки, делали домашние задания, участвовали в конкурсах и олимпиадах самых разных уровней. Результат – заветная золотая медаль за особые успехи в учении. Я думаю, не переживать. Никогда не переживать, идти, плыть по течению и не стараться сделать на оценку, я так все-таки думаю, потому что если вы будете думать только об этом, я думаю, что у вас все не очень хорошо получится. Вот. Главное – любить то, чем вы занимаетесь, и если это касается школы, распределять правильно время, я думаю. Это тоже самое важное. 71 медалист подтвердил медаль результатами государственной итоговой аттестации. Из 8 100-бальных результатов на ЕГЭ 7 получили медалисты. Торжественный момент вместе с выпускниками разделили директора школы, родители. Я искренне желаю вам, чтобы вы не боялись ничего, чтобы вы шли вперед, чтобы вы перед собой открывали все пути, которые вам хотелось бы открыть, чтобы вы достигали вершин и в науке, и в жизни, и в любви, и вообще в любом направлении, которое для вас сейчас является наиболее значимым. Но самое главное, помните, что пусть прежде всего ваша уверенность в себе, любовь ваших родителей и всегда мудрый совет ваших наставников, педагогов всегда вам помогали на вашем жизненном пути. Вы умеете ставить цели, вы умеете их достигать. У вас сейчас все инструменты и вот весь задел на будущее уже есть. Нет причин переживать или расстраиваться. У вас действительно светлое, достойное будущее. И еще раз хочу сказать, мы все уже зависим от вас. Прошу вас правильно распорядиться своим временем, своим будущим. Саров вас всегда любит, всегда ждет. Мы с удовольствием будем с вами встречаться. В завершении торжественной церемонии медалисты отпустили шары в небо. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.